Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В России арестовали второго участника разбойного нападения на жителя Гомеля, произошедшего в августе прошлого года в Романовичах. Напомним, преступление было совершено вечером 11 августа 2017 года. Тогда 22-летний гомельчанин разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла «Сузуки». Встреча с покупателями из Курской области России произошла в деревне Романовичи Гомельского района, куда продавец добрался на мотоцикле «Ямаха». Россияне, избив продавца, завладели двумя байками и скрылись с места преступления. Одного из них сотрудники ГАИ задержали у границы Российской Федерации. Второму на «Сузуке» удалось скрыться на территории соседнего государства. 1 января текущего года Гомельский областной суд признал виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц. 23-летнего россиянина приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Второго по запросу белорусских правоохранителей задержали 16 мая. Ему было предъявлено обвинение по статье «Разбой и покушение на убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Судить его будут в России. Сегодня ночью спасатели Мозырьского районного подразделения МЧС выезжали на ликвидацию возгорания автомобиля в городе Мозыре. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС на улице Интернациональной происходило открытое горение автомобиля. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара был поврежден грузовой отсек и салон автомобиля «Газель». Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Органы внутренних дел проводят проверку по факту госпитализации 7-летнего ребенка из Добрыжского района в больницу с диагнозом алкогольное опьянение тяжелой степени. Выяснилось, что в субботу мать, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего младшего брата. Этим же вечером 16-летний подросток взял своего племянника с собой на близлежащий водоем, где на берегу втроем вместе с товарищем они распивали водку и пиво. По дороге домой ребенку стало плохо. Алкоголь на малолетних детей и подростков воздействует очень токсически. В связи с отсутствием у подростков и детей приобретенной толерантности к алкоголю, все негативные влияния алкоголя проявляются при совсем незначительных дозах, концентрациях алкоголя в крови. Сначала возникает психомоторное возбуждение, неадекватное поведение, затем очень быстро наступает потеря сознания, судороги и смертельный исход может наступить в результате остановки дыхания либо сердечно-сосудистой недостаточности. Также в этот период возможна аспирация, механическая асфиксия вследствие аспирации желудочного содержимого. Добавим, что сегодня в школах прозвучал последний звонок, и уже традиционно из-за школьных праздников в Гомеле ограничивают продажу спиртного. С 8 утра сегодня и до 8 утра завтра алкоголь в магазинах не будут продавать. Запрет распространяется также на слабоалкогольные напитки и пиво. Кроме этого, в Беларуси разработан законопроект о введении запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года. На данный момент возрастной ценз составляет 18 лет. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.